Дорогие мои друзья, экватор Нового года. Полгода позади, полгода впереди. И мы все вместе с настоящими рыбаками, которые встали в 4:00, идем на рыбалку. Клев год отличный. Не верите? Приезжайте в гости. Вы сказочный великий Осип. Города Киров с дочкой планировали эту поездку глубоко заранее, знали, что с местами здесь очень проблемно будет. На праздник экватор года также хотелось попасть на рыбалку с Дедом Морозом. Это просто очень классное впечатление, которое останется для меня, как для взрослой, и также для моей дочки просто на всю жизнь. А еще нас Дедушка Мороз наградил в номинации как «Леди и рыбачка». Это очень неожиданно и приятно. Спасибо за впечатление. Приехали с друзьями на рыбалку к Деду Морозу. Очень все понравилось, дали подарок. Рыбы, конечно, не наловили. Очень жалко, но мы в следующий год опять приедем. Мы второй год приезжаем на рыбалку к Деду Морозу. Это всегда так здорово и интересно проходит. Приезжайте в отчино, приезжайте к Дедушке Морозу, здесь чудесно. Класс! Деда Мороза, класс!